Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов FightFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Приключения Тинтина», «Тайны единорога». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. «Хранитель времени» 2011 года. Когда ловкий изобретательный Хьюго обнаруживает таинственный механизм, оставленный погибшим отцом, он раскрывает его секрет и отправляется в путешествие, которое изменит тех, кто его окружает, и приведет в безопасное и прекрасное место, которое он назовет своим домом. «Пираты Карибского моря. На странных берегах» 2011 года. В новой истории о поисках истины, предательстве, вечной молодости и смертельной опасности капитану Джеку Воробью предстоит столкнуться с женщиной из своего прошлого, Анжеликой. До самого конца не будет понятно, связывает ли их настоящую любовь, или же Анжелика искусно притворяется, чтобы вместе с Джеком добраться до таинственного источника вечной молодости. Она силой принуждает капитана Джека Воробья зайти на корабль «Месть королевы Анны», которым управляет коварный злодей «Черная борода». Наш герой оказывается в ситуации, когда он не знает, чего ему бояться больше – ужасного злодея или же свою давнюю подругу. «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» 2008 года. 1957 год, разгар холодной войны. Советские солдаты, возглавляемые агентом Ириной Спалько, похищают Мэрион Рейвенвуд, давнюю возлюбленную Индианы Джонса, став профессора перед выбором «Бездействие и смерть Мэрион» или помощь советской разведке в поисках легендарного хрустального черепа в обмен на свободу женщины. «Сокровище нации. Книга тайн» 2007 года. Охотник за сокровищами Бен Гейтс, вооружившись поддержкой любимой женщины, верного друга Райли, а также своих родителей, отправляется на поиски затерянного золотого города. Только пройдя сквозь череду невероятных и увлекательных приключений, Бену удастся очистить имя своего предка от обвинений в убийстве Авраама Линкольна. Но не все так просто. Параллельные поиски города ведет и некий Митч Уилкинсон, готовый на все ради достижения цели. «Сокровище нации» 2004 года. Современные охотники за сокровищами во главе с Беном Франклином Гейтсом узнают старинную легенду о сокровище, спрятанном еще отцами-основателями американского государства Джорджем Вашингтоном, Бенджамином Франклином и Томасом Джефферсоном. Узнать тайну клада можно с помощью Декларации независимости США, в которой зашифрована загадка. Но помимо разгадывания изощренной головоломки, нашим героям предстоит сразиться с любителями легкой наживы, жаждущим погреть руки на достоянии республики. «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины» 2003 года. Жизнь харизматичного авантюриста, капитана Джека Воробья, полная увлекательных приключений, резко меняется, когда его заклятый враг, капитан Барбосса, похищает корабль Джека, черную жемчужину, а затем нападает на Порт-Ройал и крадет прекрасную дочь губернатора, Элизабет Свон. Друг детства Элизабет, Уилл Тернер, вместе с Джеком возглавляет спасательную экспедицию на самом быстром корабле Британии в попытке вызволить девушку из плена и заодно отобрать у злодея черную жемчужину. Вслед за этой парочкой отправляется амбициозный коммодор Норрингтон, который к тому же числится женихом Элизабет. Однако Уилл не знает, что над Барбоссой висит вечное проклятие, при лунном свете превращающее его с командой в живых скелетов. Проклятие будет снято лишь тогда, когда украденное золото ацтеков будет возвращено пиратами на старое место. «Мумия» 1999 года. На бескрайних просторах египетской пустыни компания сорвиголов разных национальностей рыщет в поисках несметных сокровищ фараона, над которыми тяготеет жуткое древнее проклятие. Рядом с кладом покоится мумия коварного жреца, жестоко казненного за ужасное убийство могущественного правителя Египта. Золотоискатели потревожили многовековой покой гробницы, и мумия встает из могилы, чтобы погрузить мир в царство кошмара. «Индиана Джонс и храм судьбы» 1984 года. Вторая часть невероятных похождений прославленного археолога и искателя приключений Индианы Джонса. В этот раз бесстрашный доктор Джонс совершит путешествие в сердце Гималаев вместе с ресторанной певичкой Уилли Скотт и своим верным маленьким помощником-коротышкой. «Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега»
1981 года. Известный археолог и специалист по оккультным наукам доктор Джонс получает опасное задание от правительства США. Он должен отправиться на поиски уникальной реликвии – священного ковчега. Но Индиана и не подозревает, что аналогичный приказ уже получили тайные агенты Адольфа Гитлера. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!